Добрейшего дня, меня зовут Максим. Мы находимся в самой необычной части нашего зоопарка, аллея динозавров. Вот такой кротозавр. Рычит, хвостом двигает. Даже глаза закрывает. Небольшая информация полезная о кротозаврах. Кто захочет разводить его дома или на ферме. И не успели пройти двух шагов, как нас ждет новый ящер. Спинозавр. Вот такой спинозавр. Да, дружок. Не хотел бы я с тобой встретиться. Лапами аж подрагивает, предвкушая вкусный завтрак. Тоже полезная информация о клыках, хвостах, рогах и зубах. Диплозавр. Похоже, травоядный. Но пробит панцирем. Весь такой панцирный. Да, и застыл. Вау-вау-вау. На что он интересно реагирует? Во, вот тут класс и красота. Знаем его такого вот. Посмотрите, как вписывается в сюжет, а? Как будто только из лесу вышел. Похож на диплодога. Был такой ящер, травоядный. У него было два мозга. Один мозг находился в голове, а другой мозг находился в заднице, как у наших депутатов. Вымер, кстати говоря. Вымер, да. А это амаргозавр. Зубы есть, но больше он похож на травоядного. Идем дальше. Завроподы. Полезнейшая информация про завроподов, которые жили в юрском периоде 150 лет на тысяч миллионов, 150 миллионов лет назад. Для тех, кто серьезно увлекается палеонтологией, рекомендую поискать книжку с иллюстрациями Сдэнека Буриана. Это чешский художник, который весьма преуспел в иллюстрациях динозавров еще до того, как Спилберг снял «Парк юрского периода». Вот. Можно, Зин, можно! Вот такой вот ящер притаился в кустах. С непроизносимым названием Тужонгозавр. Возможно, читается по-другому, но прочел как. Сейчас мы нажмем на кнопочку, и этот ящер будет двигаться. Какой-то он безобидный. Идем дальше. Не хотел бы я очутиться в это время 150 миллионов лет назад. Ну, в основном здесь ящеры юрского периода. О них краткая информация. Еще один какой-то ящер, хищно раскрашенный, как танк в камуфляж. Его сразу даже не обнаружишь. Но суть по зубам. Опасная зверюга. А? Для сравнения, тут мой палец, а вот этот зуб у него вот такой. И глаз. Глаза хищные-хищные. И окрашен. Все. Сейчас меня сожрет натуральным образом. Кошмар и ужас. Кошмар и ужас. Тоже непроизносимое название
Янгчинозаурус. Янгчуонухсаурус. О, как переносится. А, китайский ящер. Видимо, найден в Китае. Вот такое чудо. Я даже не помню, что я в книжке Буряна видел. Такое только вот на полотнах Иеронима Босха и Брейделя. Кошмарная вещь. Это какой-то Куицалкоатлус какой-то. Вот не знаю, что это такое. Похоже, какая-то протоптица. Помесь ящера со страусом. Значит, он весь меховой такой. Ноги у него такие, как у змей Горыныча, ребристые. И сзади какие-то элементы, то ли крыльев, то ли перепонка. Не знаю, что это вот такое вот. Может, зверюк сам по себе и не плотоядное, но выглядит крайне монстроидно. Особенно, когда открывает свой рот. Тоже не хотел бы с ним встретиться. Вообще ни разу не хотел бы. Очень опасно выглядит. Очень. Продолжаем дальше идти. Во, подал голос. Вот он там из-за кустов головой двигает и туристов пугает. Страус переросток, блин. Хадрозавр. Ну вот один из гадрозавров прям сразу. Это, видимо, гадрозавр. Да. Вот такой ящер, вот такой. Аранозавр. Тоже, видимо, травоядный, но звуки пугающие. Еще один травоядный. Парасаурулопсус. Вот такой вот он. Ужас. Кошмар и ужас. Очередной экспонат. Пачисепхалорзаврус. Триас, Юрасик и следующая эпоха. Потом типа вымер. Ну, вот этих я знаю. Это трицератопс, кажется. Очень похож. Но название мудреное. Сейчас мы найдем. Краткая информация о персонажах следующей части экспозиции. Космосератопс. Видимо, это какой-то подвид трицератопса. Ученым виднее, если не назвали таким мудреным названием. И, наконец, финально. Два самых эффектных ящера. Тираннозавр Рекс. Самый ужаснейший, кровожадный ящер, которого только можно представить. И безобидный вот такой трицератопс. У нас ребенок аж перепугался. Как мы не пытались ему объяснить, что ящер резиновый не укусит. Он так злобно рычал и лязгал зубами. Пару слов про тираннозавра. Вот такой вот, блин, тираннозавр.